Топ-5 ужасающих находок внутри человеческого тела. Номер 5. Паук в ушном канале женщины. Мисс Ли, жительница Китая, постоянно слышала скрежещущий шум, который никто более не замечал. Опасаясь идти к врачу, поскольку это мог быть злой дух, мисс Ли жила с этим ощущением шума до тех пор, пока боль не стала невыносимой. Когда она наконец пришла в больницу, врачи с удивлением обнаружили паучка глубоко в ее ушном канале. Паук располагался на барабанных перепонках и даже начал плести защитную паутину вокруг себя. Доктора использовали ушные капли для усыпления паука, а затем извлекли его хирургическим путем. Номер 4. Червь в мозге женщины. Розмари Альварес была убеждена, что живет с опухолью мозга, хотя врачебный осмотр ни разу не подтвердил ее опасений. Не успокоившись, Розмари убедила нейрохирурга сделать МРТ. И когда они увидели результаты, тот срочно отправил ее на операцию. Доктора ожидали удаления опухоли, но вместо этого обнаружили червя, которого успешно извлекли. По мнению врачей, червяк мог появиться от употребления приготовленной недостаточно хорошо свинины или, например, рукопожатия человека, не вымывшего руки после туалета. Номер 3. Червяк в глазу подростка. В прошлом году 17-летний парень прибыл в больницу в Лиме, Перу, с сильно отекшим глазом. После проведения МРТ врачи обнаружили, что причиной отека был червь, живший в глазу молодого человека в течение месяца. С помощью базилика, который стал приманкой, врачи смогли извлечь 3-сантиметрового червяка. К счастью, у молодого человека нет никаких осложнений. Номер 2. Угорь в брюшной полости мужчины. В 2013 году 39-летний мужчина в Китае поместил живого 50-сантиметрового угря в задний проход, желая воссоздать какую-то сцену из порнофильма. Пытаясь убежать, бедное животное стало проедать путь через толстую кишку мужчины, проделало в ней дыру и застряло в полости. Мужчина прибежал в больницу и попросил о помощи, сообщив врачам, что угорь двигается в его теле. Живого угря смогли извлечь, у мужчины было обширное внутреннее кровотечение. Номер 1. Близнец-паразит в животе мужчины. В 2011-м 22-летний житель Ирана пришел в больницу с жалобой на нестерпимую боль в животе. Врачи были поражены результатами осмотра, который показал, что мужчина на протяжении 22 лет живет со своим близнецом-паразитом в животе. Это очень редкая аномалия, называемая эмбрион в эмбрионе. За всю историю в мире были известны только около 200 случаев. Хирурги смогли удалить этот эмбрион, после чего мужчина смог полностью восстановиться. На этом все. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал и не забудьте поделиться этим видео с вашими друзьями в социальных сетях. Спасибо!